Всем привет! Давайте посмотрим закупку сладкого. Она достаточно такая большая и объемная, но это не значит, что мы съедим это все в ближайшие дни. У нас это долго будет лежать. Здесь в хорошей срок годности, ну, постепенно, да. Все, конечно, съедим. В гипермаркете Лента была хорошая цена на зефир Шармель. Без скидок он там стоит, по-моему, дороже 200 рублей, но это для него очень дорого. А вот в какой-то момент увидела, что скидка, и цена была 140 рублей. Поэтому я решила уж подзакупиться. На самом деле вы видите только две упаковки яблочного, а я купила три. Просто одна у нас уже открыта, мы с удовольствием этот зефир едим. Зефир от Шармель мы очень любим, и наши самые любимые — это яблочный, мы купили 3 упаковки с мужем, и апельсиновый купили 2 упаковки. 140 рублей за упаковку Шармель — это уже более-менее нормальная цена. В Ленте это все, переходим к покупкам в Пятерочке. Вообще в Пятерочку мы забегали буквально за хлебом и молоком, но углядели вот такую вкусняшку нашу любимую. Это марципановая буханка. Произведена она в Германии. И именно вот такой вид буханок марципановых, вот этих немецких, для нас он самый-самый вкусный. И на нее была хорошая цена. Вот такая буханка в молочном шоколаде стоила, по-моему, 119 рублей. Для нее это очень хорошая цена. Здесь 100 грамм. Мы купили 3 штучки. И тут я первый раз, вообще ни разу в наших магазинах я не видела эту же марципановую буханку, но в темном шоколаде. Увидела первый раз и думаю, надо брать. По-моему, это от того же бренда. По крайней мере, упаковочки выглядят очень похоже. И в темном шоколаде вообще была еще дешевле. Цена по акции была всего лишь 102 рубля. Поэтому мы купили целых 4 штуки. Тоже по 100 грамм. И остальные покупки у меня из магазина Ярче. Вообще в Ярче очень много вкусняшек. В который раз я уже покупаю шоколадку от бренда Озера. Шоколадка Эквадор. Горький шоколад, ну, знаете, такой умеренно горький. Здесь 75% какао. В упаковочке у нас 90 грамм. Стоила она около 80 рублей. Вот эту упаковку, не знаю, съедим сами или уйдет в подарок. У меня такие вот упаковочки очень хорошо расходятся как дополнение к подарку, потому что, видите, она такая симпатичная, как дополнение к подарку вполне. И там, кстати, каждый кусочек шоколада, их там 9 кусочков, он в индивидуальной упаковочке. Поэтому можно и на работу взять, да, коллег угостить. Вот такая вкусняшка моя любимая. Купила я целых 5 штук. Это батончик от Smart Formula. Он у нас идет без шоколада. Батончик фруктовый Бифит. Их представлено несколько разных вариантов. Я все перепробовала, но вот этот мне понравился больше всего. Какао-мята. Стоил он в Ярче всего лишь 26 рублей. Батончик делается из финиковой пасты. Давайте я покажу, кому интересно, состав. Состав здесь, я считаю, очень хороший. Можно сказать, даже такой, не знаю, диетический и полезный. Калорийность у этого батончика, ну, в принципе, не очень большая. Ну, учитывая, что он еще и не 100 грамм, да, всего лишь 40 грамм. Я такие батончики люблю брать в машину в качестве перекуса, на работу, к чаю. В общем, классная вещь. И последняя покупка. Я купила 2 штучки, но одна у меня открытая, уже лежит в машине. Это сливочная карамель Weathers Original. Очень вкусная. Карамелька выглядит вот как вы видите на картинке. Такой насыщенный сливочный вкус. Ну, можно сказать, что это ириска, но в виде карамели. И в Ярче самая приятная цена на Weathers Original 46 или 47 рублей. В других магазинах уже рублей 70-80 эта карамелька стоит. Вот такая у нас закупка. Хватит этого надолго. Все очень вкусненько. С удовольствием почитаю ваши комментарии, что вы любите из сладенького. Всем пока!